Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир. Мы продолжаем проходить Pitfall The Lost Expedition. О, Генрих тут укусил. Да, живой такой персонаж. Что довольно-таки нечасто встретишь. Так, вот этих ребят я не буду трогать. Пусть этот товарищ мочит дикобраза. Так, плывем побыстрее. Там я идол вижу. Так. Может как-то вылезти на это деревцо. Давай. Ну, давай, вылазь. Вот так вот. Все. Мы вместе на значение. Чуть-чуть упал. Ну, бывает. Things aren't going very well, I'm afraid. After we found this abandoned structure, Leech took off in his gyrocopter and got himself stuck in a tree. I've broken my arm. The gizmo tank's stuck. Here, take this. Чё это такое? The heroic handbook? A book of knowledge that no adventurer should be without. I'm afraid some of the pages were scattered in the jungle during the crash, but at least the rising strike maneuver is still in there. It'll help you free the gizmo tank. Так, ты получил усиляющий удар. Ага. Нажми 4 и 2, чтобы запустить себя в воздух. Так, ну ладно. Okay, rising strike up there and knock down that pillar. Got it. А, да. Вот так вот. Вот так вот. Поднимающий удар. Четверочка, потом двоечка. Good job, Harry. So why are you guys here? Leech. You're here for Leech? Free Leech and the gyrocopter. My guess is that if you hit the bullseye on the wing, that should do it. Mm-hmm. Ага, проща уже у нас есть. I used to help my friend, Kevin McAllister. The archaeologist from Yale? By acting as his guide. When he came here a few months ago, I was too busy to join him. Well, at least that's what I tell myself now. He hasn't been heard from since. When his daughter Nicole asked me to help her find him. I see. You're here because of... Nicole. Because of guilt. Which is not such a bad thing. For instance, you should feel guilty that you haven't tried to free Leech from that tree. Ну, теперь ясно, почему он тут. Он ищет своего какого-то дружбана. Так... правая пятерка и вправо. Так, тут. Надо осмотреться немножко. Забрать тот идол. Так, и посмотрим, что там с... информация.
Так. Такое-то января. Теперь я уже все видел. Я наткнулся на говорящего ягуара. Я уже было подумал, что у меня лихорадка. Может быть, этот волшебной воды? Ладно, говорящий ягуар проверим. Он умеет говорить и обладает этим даром, которым наделен свыше. Но он даже не ведет себя как ягуар. Ну да. Больше похож на того, кто всегда говорит, насколько он крут, но на самом деле бесхарактерный. Но я потерял след Гизмо. Но я думаю, что я все еще на правильном пути. Я, наверное, уже близко и скоро его настигну. Так, это есть. Так, это кто такие? А, дикобраз. Так, ну да, они на расстоянии стреляют нас. А, да, они что-то врезаются. Что за геройская книга? Ясно. Это ясно. Советы. Кстати, как того звали? Питенбиндер. Ага. Хорошо. Его зовут Питенбиндер. Так, а тут я могу проще воспользоваться. Вот, кстати, там видите дикобразик. Так. Надо на это деревишко запрыгнуть и забрать тотем. Так, заберем тотем. Так. И что с дикобразом делать. Ага, тут можно вылезти еще. Так, грохнули.
Да. Дикобраза грохнули. Угу. Сейчас попробуем этого товарища освободить. На гироскопе Линча. Угу. Так, а где эти его глаза? Может, бушку ему засадить? Или по пропеллеру надо убить? Ну, сейчас попробуем. Вспомню. А, по кругу надо было попасть. Hello there. You must be Harry. Hubert. Hubert Leach. Oh, thanks for getting me down from there. Пожалуйста. I just wanted to see if that thing works and if you could really fly it. Oh, it does. And I can. And it can. And I will. You can? Or you will? Or it will? It can if I can. And it's my will that it will, so it can. Hey! Time is ticking! But he can't. Or won't. Ничего себе. Вентилятор. I'm gonna set up camp here. You think you'll be able to find the other members of my party? Help them out if they're in trouble? Would you do that? I can, and I can, and I will. Would you stop talking like that? I could, but I won't. Так, что там у нас? I certainly wasn't one to turn down Bittenbinder's request for help, and Nicole probably was the only girl within 100 miles. Luckily, Leech had chopped down that tree, so I decided to climb it and head back the way I came. Soon enough, I'd find a whole lot more than I'd bargained for. Ясно, значит, нужно будет возвращаться. О, там 2 дикобраза. Нет, 3 дикобраза. Так, а больше тут ничего? Там еще 1 дикобраз. Так, может туда пройти, но пока в данный момент мы не можем туда сходить. Да, пока не можем сходить, но где-то противогаз достанем. Гизмо 85. Угу. А, там еще вот этот летающий аппарат был, на этом гизмо стоял. Наконец-то я настиг Биттенбиндера и Лича. Похоже, их гизмо 85 сломался. Это, наверное, была авария, потому что
отдельные детали были разбросаны вокруг. Есть люди, которые не умеют ездить. Я помог им выбраться, а Биттенбиндер дал мне это и сказал, что пригодится. К тому же теперь у меня есть фамильная вещь, если, конечно, у меня будут дети. Как такое может произойти? Ни одной женщине я не нравлюсь. Да, каждое обаяние. Он также дал мне свой героический справочник. Кажется, это опыт искателя приключений, накопленный за годы. Большинство страниц было утеряно при ударах. В ней был один ход под названием «Назревающий бунт». Это тоже очень хороший ход. Мне придется просмотреть остальные страницы. Они должны быть разлетелись по всем джунглям теперь. Ага. На самом деле, давайте подумаем. Я почти уверен, что у шамана было что-то, что продать. Биттенбиндер немного ввел меня в курс дела, рассказал об истинных причинах экспедиции в этом месте. Оказывается, это команда спасения. Идут поиски профессора МакАлистера, давнего друга Биттенбиндера и отца Николь. Он пропал 6 месяцев назад. Но из-за аварии эта спасательная команда сама нуждается в помощи. Теперь понятно, в чем состоит роль миссии. Лич. Каким бы образом Лич снял какую-то дурацкую вещь, и Биттенбиндеру пришлось разбить лагерь, чтобы отремонтировать Гизмо 85. Я обещал, что помогу ему, собрав помощников. Кажется, он сильно переживает из-за Николь. Но я сказал ему, что позабочусь о ней. Я умею посочувствовать. Ну хорошо. Так вот. Так, вылазим и убираем. Можно их было замочить, но их просто многовато было. Так. Что, вроде бы ничего такого нет. Я не помню, можно ли просто спрыгнуть или нет. А, там можно выпрыгнуть вот там. Да. Там слева можно выпрыгнуть. Так, сохранимся. Так, и я бы хотел посмотреть карту. Мы были тут. А, не, мы тут еще не были. Да, тут. Тут хватает всяких мест темных. Сейчас немножко спустимся. И займемся нашим привычным делом.
и забираем добычу. Да ладно, прыгай, чё ты? Испугался высоты, видишь ли. А мы допрыгнем или нет? Меня почему-то сомнения грызут. Мне кажется, надо прыгать. Опять на эти лианы. Да. А потом оттуда во идти. Идти уже дальше. Так, тихо, тихо, тихо. Не, лучше на деревяшку поиграть. Нет. Сейчас попробуем. Да, высоко. Значит, нужно прыгать на веревочку. Интересно, а мы туда долететь можем? Или надо все-таки на руку прыгать? Наверное, на руку. Или можно долететь? Сейчас попробуем, у нас жизни есть. Ага, да. Все-таки можно и так. Сейчас. Залазим, водичка. Другая змеюшка. Блин, я и забыл про вас. Ну ладно. Все, разобрались. Как видите, тут даже есть элемент неожиданности. Меняются немножко противники. А, это можно спускать в воду, я вспомнил. Это можно спускать в воду. Вот эта кнопочка. Кажется, не достаю, да? Там где-то обезьяна спит. Блин.
может отсюда его удастся. Блин, это цель. Тоже, блин. Пока прицелишься. Все, водичка сошла на нет. Ага, видите, если видишь землю, тебе то падение не повредит. Там вроде бы я вижу землю. Опять игла. How about that? It's you again. Quick Claw at your service. You said you were given the power of speech by a sorcerer, right? As a reward for my years of selfless service to underdogs, undercats, underexplorers, and undertourists. Pretty cool if I do say so myself. Which I can, since I can talk. Maybe he could use his magic to help me find these people I'm searching for. Listen, Конечно, Harry, some people call me Pitfall. Listen, Harry, some people call me Pitfall Harry. You don't want to meet this guy. Trust me. What's his name? If you're looking for your people, I think I saw one east of here. Сейчас мы им наваляем. Любишь кричать, да? У меня есть оружие дальнего боя. Отдыхай. Так, разобрались с местными аборигенами. Да, он так говорит, это как будто бы ноги там моет. Так, я бы, знаете, хотел бы вернуться. Там есть всякие нычки интересные, на которые наше умение именно там с самого начала с самолетом очень пригодилось бы. Так. Не то нажал. Так, сколько у нас идолов? 4. В принципе, дополнительное здоровье не помешало бы взять. Записи джунглей, записи пещер. Ну, вот это тоже интересно было бы, да? Короче, сейчас посмотрим. А по карте их далеко петлять? Ну так, есть немножко.
кабина пилота, оттуда потом вот так вот. Ну, давайте я сгоняю. Здоровье куплю себе. Все-таки... Все, отдыхаешь, пацан. А я побежал. Потом отправимся за Николь. Ух ты ж! Ух ты ж! Заразы! Немножко неприятно. Так, и как нам сюда? Я что-то не понял. Сейчас начнут кидать бревна. Или нет? Так, вот кабина пилота. Дохлые макаки лежат. Дикобраз появился, видите? Ух ты ж! Запрыгнуть в кабину. Мы вот так выйдем. Не понял. Ж можно было. Или только сюда. Только так, да? Можно вернуться, называется. Там скорпионы будут. А, не рассчитал.
Надо допрыгнуть. Пока. Сейчас мы на лестницу. Так, давай на лестницу. Тихо ты, пацан. Не буйствуй. Неужели я не выпрыгну? Да, не выпрыгивается. Получается, что так нельзя пройти сюда. Ну ладно, тогда придется загружаться. Сейчас, секундочку. Так, я загрузился тут. Ну как тут? Там в другом месте немножко раньше, но уже запись запустил тут. Видите, они кидают кокосами и крутится этот пропеллер. Все, разобрался. Видно, все-таки нам нужно идти строго по, ну, по сюжету. Оно будет все открываться постепенно. Так, хорошо, они кидались, да? Вот так вот, да? Нормально. Я только не помню. Мне отсюда нужно запрыгнуть. Или со ступенек. Может и отсюда. Какая разница? Так. Ну, идем к карту Инти. Так, а фляга у меня полная. Да. Up there. I'm doing research on the chlorophyll content in tropical foliage. Now get me out of here. Use your sling. Say please. Please get me out of here. Please get me out of here, you gorgeous hunk. Please get me out of here, you gorgeous hunk, so I can kill you. Close enough. Mm-hmm. Fit for Harry. Doing a little bird watching?
certainly is an interesting bird. Well, if it isn't Jonathan Saint Scum, I mean Saint Clair. I always loved your quick tongue. Remind me to cut it out sometime. Tortured any natives lately? Isn't that how you found Inatuk's tomb in Egypt? You may have won that round, Harry. But this time, I play for keep. А, сейчас будет бойня тут. Будут кидаться там серьезными такими штуками. Надо будет сбивать вот эти штуки. Ну как? Сбивать вот эти подпорки. А, достал, зараза. А эти штуки разваливаются. Чё такое, дружище? Продолжать, да? Упс, чё такое? Обкакался, дружище? Ах ты, зараза. Достал. Еще одна. А, ты уже две кидаешь. Упс, динамит упал. Бабах. Ну вот и хорошо. Хорошо, сейчас я сниму. Нервничай только. Так, сейчас. А, блин. Тут. Это Николь. Oops. Thanks for the moral support during the fight. Couldn't have you die. How would I get out of the tree? Next time you get stuck, just call my name. I'll be sure not to come. Look, I've read every book there is in this jungle. I know it infinitely better than you do. Just from reading? It's easy. I'll teach you sometime. That's okay. I realize you need to put me down to hide your love. Can you put your delusions on hold? I want to study these ruins. Fine. After you're done, head back to camp. You can follow the gizmo tracks. I'm gonna check out that cave St. Clair escaped through. I could use some light, though. If I give you this, does it mean you'll leave? Leave you? That's a great idea. Да, горящий факел ложить себе в рюкзак это гениально. Но дымок идет, видите? Так что мы погнали за St. Clair'ом. As soon as I saw St. Clair, I knew that the bad news was only starting. And what was worse, Nicole gave me the cold shoulder. At least with her torch, I'd be able to burn through those spider webs to the west, keep the rescue mission going, and maybe find out what St. Clair was up to. Ну, хорошо. Ага, это факел, надо воспользоваться. Ну ладно, сейчас только посмотрю по карте, где мы оказались.
Тут нам нужно сюда где-то, да? Ну хорошо. А вот что-то будет. О, пару записей пропустил. А, это я уже читал. А нет, я это не читал. Я вклинился в разговор Ягуар. Полагаю, я даже не знал, как обстоят дела. Оказывается, его зовут Квикул. Волшебник, о котором он говорил, пытался похудеть. Он мог бы помочь решить проблему, но он, кажется, старается уклониться от дела. Волшебник. Однако он велел мне продвигаться на юг. Сказал, что там тот, у кого-то проблемы. В принципе, он говорил про восток. По-английски. Я South and East. Понимаю разницу. Так что оставайся таким же самаритянином, как и я. Я направляюсь туда. Так, и вот эта запись. Так, Сен-Клэр. Найди Николь. Она застряла на дереве и потеряла свою веревку. Поэтому, кто бы смог отыскать моего старого друга Джонатана Клэра? Не могу понять, что он здесь делает. Во всяком случае, он сейчас у меня получит. Он напал на меня с ТНТ, как обычно. И, как всегда, я проучил его. Он помог ему, но мое мнение о нем не изменилось. Кто помог? Какой-то перевод корявый. Они вдвоем так быстро исчезли, что я потерял их след. После боя я помог спуститься Николь, даже не поблагодарила меня за то, что я ее спас. Мне становится интересно, важна ли она для меня. Она мне очень нравится. Надо научиться пользоваться этим, чтобы добраться до Запада и присмотреть за исследователями. Хорошо. Ну, это все мы будем делать в следующей серии. И так хватает событий. Встретили Гарри, успокойся. Встретили Биттенбиндера. Лута, Николь нашли, и, соответственно, нашего заклятого врага Джонни Клэра. Ну, будет весело. Блин, ну хоть бы не на людях, Генри. Так что всем спасибо за просмотр. Если понравилось, можете ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.